ערב שבת שלום, פרשת הלכות שבת, שבת, פרשת בער בחוקותיי, בעזרת השם סביבוני 6:30, פתח אליהו הנביא, עושה את השיר השירים, מנתאי אי קבלת שבת. Говорит Аллаха, сказали мудрецы, что человек должен очень быть внимательным в отношении молитвы Минха, потому что Элияу Анави, ему Всевышний ответил именно во время молитвы Минха, а Минха в Шаббат, у нее еще более высокая степень святости. Так говорит Бенишхай, Парашат Хайе Сара. Как мы начинаем Минха? Начинаем Рамцеха Лагити, Питум Акторет, Ашре Шве, Увалицион и так далее. Эзра Софер постановил, что в Шаббат, во время молитвы Минха мы должны читать Тору. Почему? Потому что были люди, которые были заняты бизнесом в течение недели, и в понедельник, и в четверг их тоже не было в синагоге. Поэтому постановил Эзра, чтобы читали Тору в Шаббат во время молитвы Минха. Дальше говорит Аллаха, перед тем, как мы открываем Эхаль, перед тем, как открыть Арон Кодыш, мы говорим «Ани тефилати леха ашем эдрацон». Что это значит? Всевышний, я тебе возношу свою молитву. Это время желанное. Хахамин говорят, самое желанное время в Шаббат – это молитва Минха. Потому что все поели, все попили, хотят поспать, но человек просыпается и приходит на Минха. И Бог говорит, вы оставили свои удовольствия, пришли за меня, я приму Бейзрат Ашем ваши молитвы. И поэтому говорит, они тефилати леха ашем – это рацион. Это рацион, время желанное когда? Во время молитвы Минха на Шаббат. У нас Минха Гусвардим, что мы повторяем этот пасук два раза, и так это идет по секретам Торы. Дальше говорит Араха, «Вот имя Тайхат, убеота сефер Тора патуах, умрим барикш барикшме». Мы открываем Арон Акодеш, и пока Арон Акодеш открыт, мы читаем барикшме. Выносим сефер Тору, и с этой сефер Торы читают три человека, Коэн, Леви, Исраэль, если есть там Коэн, Леви, Исраэль, если нет, то три Исраэля. И читаем мы минимум 10 псуким, 10 предложений из Торы. И заключающий Аллаха говорит так, что «Эн умрим кадиш ахар кирята Тора». Кадиш мы после того, как прочитали Тора на Минха, кадиш мы не говорим. Несмотря на то, что утром, в понедельник и четверг, тоже у нас читают три человека, кадиш мы говорим, в Минха на Шаббат мы кадиш после чтения Торы не говорим. После завершения чтения Торы у бухарских говорят «Ашково», потом читают «Мизмор Шилеем Шаббат», это обычай, возвращается Сефер Тору на место, Хазан говорит кадиш и начинается молитва Амида. Баруха Донай Леолам. Амин.